Друзья, добрый день. Как и обещал, информирую вас о текущей ситуации в регионе. Всего в настоящий момент подтверждено 32 случая заражения коронавирусом. Еще несколько человек находятся в категории условно подтвержденных, включая пресс-секретаря. Вы, наверное, слышали об этом. Видите, вирус находит любые бреши, и важно продолжать соблюдать все меры предосторожности для того, чтобы максимально быстро вся эта ситуация завершилась. Что касается мер поддержки, все обозначенные мною меры в настоящий момент состоялись, документы подписаны, речь идет и о региональной выплате для тех, кто лишился работы, и о мерах поддержки малому и среднему бизнесу для поддержания бизнеса и сохранения рабочих мест. Для меня важно получить от вас обратную связь, как эти меры реализуются на местах. Пишите для того, чтобы я максимально быстро реагировал на те проблемы, которые возникают в муниципалитетах. Спасибо, берегите себя.